Завершаем рассказ о второй лиге сезона 79 изучением шестой зоны. Прежде чем перейти к традиционному рассказу, давайте подведем итоги эксперимента, в рамках которого мы публиковали материалы о второй лиге. С одной стороны, они оказались малоинформативными с точки зрения видеоряда, а с другой, в этой лиге происходило столько событий, что можно назвать ее отдельным самобытным миром. Несмотря на все наши старания, мы затронули лишь малую часть происходившего, многое осталось за пределом нашего взора, а о некоторых вещах помнят разве что непосредственные участники тех матчей. Кому-то тема второй лиги оказалась неинтересна, другие же наоборот проявил к ней повышенный интерес. Совсем скоро мы перейдем к воспоминаниям о 80-м годе и обязательно затронем вновь тему этого турнира. С вами блог о советском футболе, подписывайтесь на наш канал, пишите в комментариях свое мнение о событиях, про которые идет речь в ролике. Приятного просмотра! Шестая зона в 79-м году была самой малочисленной. Минимум на 6 матчей команды тут провели меньше, чем в остальных зонах. Несмотря на это, борьба в шестой зоне была самая напряженная, на первое место претендовали до последнего две команды. Однако карагандинский «Шахтер» за 6 туров до конца проиграл 2 матча подряд, 1-3 барнаульскому «Динамо» и 0-1 «Торпедо» из Рубцовска. Благодаря двум поражениям конкурента хабаровский СКА вышел на первую строчку и увеличил после второго поражения «Шахтера» свой отрыв до 3 очков. Все могло бы решиться за 3 тура до конца в очном споре команд, победив в той игре армейцы. Но случилось по-другому, «Шахтер» выиграл 2-0, разрыв снова сократился до 2 очков, и в последних турах обе команды не имели права на ошибку. И тут на первый план вышел календарь, у хабаровчан были матчи с двумя последними командами группы, «Шахтер» уже предстояло играть с соседями по таблице, «Лучом» и «Амуром». Мотивация обеих команд была запредельной, они справились с соперниками и не потеряли очков в последних матчах. Турнирная гонка заканчивалась в ноябре перенесенными матчами. Разрыв между конкурентами сохранялся прежним и равнялся 2 очкам. «Шахтер» заканчивал сезон 1 ноября гостевой встречей с «Целинником». Эта игра завершилась нулевой ничьей и автоматически приносила хабаровчанам путевку в первую лигу. Армейцы закрывали сезон на неделю позже. Встреча с «Лучом» при сложившемся раскладе носила характер скорее товарищеской, и ее СКА проиграл 1-3. Хабаровская команда смогла закрепиться в первой лиге и отыграть в ней 7 сезонов, но потом вылетела и до распада СССР выступала вновь во второй. Много знаменательных событий произошло в первой половине 80-х, начиная с игры за хабаровчан Владимира Остаповского, в прошлом защищавшего ворота ЦСКА и сборной страны, и заканчивая международными матчами. Например, сейчас вы видите фото перед матчем с молодежной сборной Японии. Эта игра состоялась в 1981 году. Что же касается других участников группы, то их дальнейшая судьба столь яркой не оказалась. «Шахтер» так и не смог до 1991 года подняться в первую лигу, хотя 3 раза команда занимала в своей зоне второе место. Да что там «Шахтер», ни одна команда из первой десятки так и не пробилась в первую лигу до момента распада страны. Поговорим немного о ярких футболистах, в тот год игравших на полях шестой зоны. Лучший бомбардир играл в «Иркутской звезде». 30-летний Юрий Зуйков за 39 матчей забил 31 гол. Это был самый результативный сезон в карьере футболиста, который до «Звезды» выступал в ангарском «Старте» и читинском «Локомотиве». До 80-го года Зуйков выступал за иркутскую команду, затем, не дожидаясь окончания сезона, перебрался в игравшую в первой лиге «Таврию», но в ней закрепиться не смог и следующие 4 сезона выступал за «Океан» из Керчи. В 85-м вернулся в Иркутск, отыграл за команду еще 3 сезона и завершил карьеру в 38 лет. Всего 124 гола забил за все время в Иркутске Юрий. На 4 гола меньше забил нападающий хабаровских армейцев Геннадий Смирнов. Футболисту было 24 года, СКА был третьей командой в его карьере. Отслужив в Хабаровске 2 сезона, Смирнов 80-й год начал в «Спартаке», но закрепиться не смог и перешел в «Факел».
В Воронеже отыграл 4 сезона, затем вернулся на родину, в Саратов. Здесь футболист начинал свою карьеру. Он был воспитанником местной школы, поэтому условия для выступлений были вполне комфортные, но спустя 2 сезона в Соколе Геннадий продолжил путешествие по стране. Всего за 13 команд поиграл футболист, для тех времен это огромное количество. К сожалению, Смирнов является примером сложного перехода из футбольной жизни в обычную. Найти себя после футбола он не смог, злоупотреблял спиртным, которое и погубило его. Во время очередного застолья был убит собутыльниками. Хватало и игроков, которые позднее раскрылись на самом высоком уровне, а пока делали свои первые шаги в большом футболе. 20-летний Владимир Кобзев играл 3-й сезон за барнаульское «Динамо». Юного таланта рассмотрели специалисты из Куйбышева, благодаря чему в конце сезона 79 он перебрался в крылья Советов и успел даже сыграть один матч в высшей лиге того года. Крылья по итогам сезона вылетели, но команду Владимир не покинул. Несмотря на понижение в классе, игрок перестал попадать в состав и в итоге вернулся в Барнаул, где отыграл еще 2 сезона. В 81-м получил второй шанс. На сей раз игрока пригласила московская «Динамо». 4 матча за сезон – посредственный результат. Футболист ушел по окончании сезона в Кубань, в которой стал лучшим бомбардиром команды с 8 голами. После этого он перебрался в «Торпедо», за которое отыграл следующие 6 лет. Сейчас бы футболиста СМИ окрестили человеком с плохой кармой, ведь дважды клубы, в которых он выступал, покидали высшую лигу. Тогда же к этому относились проще, да и футболист подтвердил свое мастерство в составе «Автозаводца», с которыми выиграл Кубок СССР и играл в Кубке Кубков. После «Торпедо» играл в «Ростсельмаше» и «Пахтакоре» в первой лиге, затем перебрался в Польшу, где отыграл еще 6 сезонов. В 1994 году в составе «КамАЗа» выступал в высшем дивизионе чемпионата России, забил 1 гол. Но и на этом не остановился, несмотря на солидный по футбольным меркам возраст, и отправился на сезон в Бангладеш, где отметил свой 36-й день рождения. Позднее играл за любителей почти до 40 лет. 21-летний Владимир Финк играл в 1979 году в одной команде с Кобзевым. Для него это был первый сезон в командах мастеров. За 39 матчей Владимир забил 12 голов. В 1981 году перебрался в Одесский «Черноморец». В том же сезоне сыграл 3 матча в высшей лиге чемпионата СССР. Всего Финк отыграл в Одессе 7 сезонов. Последний проведенный в команде сезон пришелся на момент выступлений команды в первой лиге. Карьеру заканчивал в Нистру, в котором провел 2 сезона, после чего в начале 90-х немного поиграл на любительском уровне и перешел на работу начальником второй команды «Черноморца». Позже занимал различные административные посты в структуре клуба. К сожалению, ни Кобзева, ни Финка уже нет в живых. Первый умер в 53 года в результате продолжительной болезни. Жизнь второго оборвалась в 45 лет в автокатастрофе. Из знамени труда транзитом через «Спартак» в Благовещенский «Амур» прибыл голкипер Михаил Бирюков. Выступил неплохо, не пропустил ни одного матча, в 40 играх лишь 25 раз соперники смогли поразить его ворота. Благодаря уверенной игре молодого вратаря «Амур» стал лучшей командой по игре в защите. На 6 голов больше пропустил ближайший преследователь по этому показателю – «Шахтер». Уже в следующем году Бирюкова пригласит к себе «Зенит». С этой командой голкипер станет чемпионом СССР в 1984 году. И напоследок, по традиции, немного поговорим о стадионах, на которых играли команды. Барнаульская «Динамо» выступала на одноименном стадионе. Это сооружение построено на месте, где еще с 20-х годов прошлого столетия проводились различные спортивные мероприятия. В 40-м году вокруг футбольного поля построили первые трибуны, в 60-е в подтрибунных помещениях обустроили раздевалки, сделали поле с дренажным покрытием. Появились тренировочные поля, тогда же появилось искусственное освещение. Сегодня стадион вмещает 16 тысяч зрителей, имеет современные места для сидения и на нем по-прежнему играет местная «Динамо». Во Владивостоке стадион также назывался «Динамо».
он был открыт в 1957 году в живописном месте, неподалеку от порта для яхт. Искусственное освещение, системы полива и обогрева появились на этой арене сравнительно недавно, лишь во время проведенной в 2004 году реконструкции. Вместимость после реконструкции составляет 10 тысяч зрителей. Заявлялось о планах по увеличению вместимости, но в настоящее время в этом нет особой необходимости, поскольку «Луч» потерял статус профессиональной команды. И напоследок уделим пару минут цифрам, которые красноречиво охарактеризуют вторую лигу тех лет. 142 команды играло в 6 зонах, и это еще мало. Как вы помните, с 1980 года вторая лига претерпела изменения. Вместо 6 зон стало 9, количество команд увеличилось до 154. И если прикинуть даже грубо количество выступавших за эти команды футболистов, то общая цифра впечатляет – около 3000 игроков. 8041 гол был забит. В среднем по 2,5 мяча за игру. Безусловно, эти цифры в таком виде выглядят как средняя температура по больнице. Мы уже не раз отмечали, что в каждой группе был свой колорит, где то играли в академичный футбол, а где то местная специфика делала общую результативность более высокой. Самая низкая результативность была во второй зоне. Там играли команды из Украинской ССР, победитель группы получал кроме путевки в первую лигу еще и звание чемпиона УССР. Вероятно, этот факт делал украинскую группу более прагматичной. Малообъяснимых результатов там было существенно меньше. В СССР с начала 70-х начали бороться с ничейными результатами. Сначала ввели послематчевые серии пенальти при ничейном исходе матча, а с 1978 года в первой и высшей лигах пенальти сменил лимит на ничьи. Даже после введения этого лимита процент ничьих в разные сезоны варьировался в пределах от 23,5 до 33,3%. Во второй лиге лимита на ничьи не было, да и не нужен он был. Здесь была совсем другая игра, разница в уровне команд тоже порой существенно разнилась, да и договаривались при необходимости тут абсолютно иным способом, на ничьи редко разменивались. И напоследок поговорим о представительстве республик. 11 из 15 советских социалистических республик были представлены во второй лиге. Ни одной команды не имели туркменская, киргизская, молдавская и эстонская ССР. Больше всего команд, конечно же, было из РСФСР, представители этой республики играли во всех зонах, кроме второй. На этом мы завершаем свой рассказ о второй лиге в сезоне 79. Спасибо за то, что смотрите наши ролики. До новых встреч!